И всем привет, ребят, мистер Байк, я сегодня записываю новый ролик Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень интересное устройство Которое поменялось в своем балансе Посмотрим, насколько хорошо и ярко оно себе покажет в рамках матчмейкинга на сегодняшний день Ну а если вам подобного рода видеоролики нравится, То обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком Не забывайте подписываться на этот канал Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов На 15 тысяч танкоинов Для этого в настройках игры в аккаунте установите мой личный так-так темпе дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами мы протестируем рикошет с плазмофакелом. Именно это устройство мне сказали на сегодняшний день показывать нереально жесткие результаты. И у нас здесь уже в гараже появляется новое какое-то устройство. Скоро будет новое устройство на рикошет. Ничего себе. Так, плазма-факел. Где наш плазма-факел замечательный? Вот он. Это. это устройство, которое продается за кристаллы. и Которое падает в фиолетовом свечении. То есть, по сути, это, возможно, лучшее устройство за кристаллы на сегодняшний день. Ну и под это все дело мы берем сегодня корпус Crusader и пушку... Ой, пушку и дрон Кризис. Э, Пикаем дефолтный быстрый бой. Не будем здесь ничего выбирать. Э, попробуем запикаться сразу... В какую-то интересную катку. Если вдруг это будет какая-то супер большая карта, то я думаю, что мы ее перепикнем. Плазма факел это тот рикошет, который моментально наносит большое количество урона. То есть э, у него полет э, не такой э, жесткий по длине, как у. Гелиуса, но зато у него больше баллон, и также э, прилетка шариков э, происходит очень и очень быстро. Поэтому посмотрим, что э, это устройство из себя э, покажет на сегодняшний день. Я запикиваюсь на карту, и от меня 5 резов. Просто 5 резистов от этого это очень много, если честно. Но попробуем, попробуем что-то сделать против 5 резов. Очень большой баллон, и... С такой наноской урона это выглядит очень интересно, если честно. Это выглядит очень интересно. Очень большой баллон. И это не может не радовать. Так, ну здесь не такие большие резисты от рикошета. Я просто думал, что здесь прям конкретно Габелла будет. И у нас по 500 урона с одного шарика проходит. Б, ну это круто. Это реально круто. Это очень хорошо. Да, то есть у нас нет супер большой дальности, но урон, который залетает. Он прям выглядит очень сильно. Он прям выглядит очень сильно с таким баллоном. И перезарядка при этом баллона тоже довольно быстрая с кулдауном. Отличную сосулендру еще даем по оппоненту. По 600 шарика даем на вала. Ну и у нас уже 115 очков. Интересно. Очень интересно, если честно, начинается этот бой. И пока что то, что я вижу меня очень и очень сильно радует. Да, то есть мы имеем очень большой баллончик. И при этом еще довольно быструю перезарядку. И нанос урона в секунду довольно большой. И это, напомню, устройство за кристаллы. Это не какое-то супер донатное устройство. Это простое Устройство закри. Блин, наш тиммейт просто уходит с точки, которая практически уже была полностью захвачена. Очень гениальное решение, если честно. Ну и мы эту точку опять должны захватывать заново с нуля. По расстоянию. Ну, в принципе, даже и расстояние среднее точно есть. Расстояние тоже хорошее. То есть в целом выглядит прям очень неплохо. Выглядят все параметры Очень неплохо у этого рикошета Пытаемся сблизиться здесь с Диктатором вражеским Но меня здесь молот все равно нагибает Так, что мы можем взять? У нас рез от гауса Есть рез от магнума Есть скорпиона Там есть шафты, есть страйкеры Противные Есть лаг сервера тоже Так, ну и мы попробуем, наверное, вот такую Сулендру, ага, дать, понял не залетает наша сосуля. Так, ну там 1000 хп всего лишь захилила диктатору. Вот так, ну и магнум гаус. Магнум гаус у нас резисты есть. Нам нужен просто третий рез. И это, наверное, резист от страйкера. Потому что здесь страйкер самый жесткий по ощущениям. Точку я стою, захвачу, захватываю. Но даже, если честно, не показывается полный захват. Меня опять уничтожают. Ладно, давайте возьмем. Давайте возьмем Рез от страйкера, чтобы мне не так много прилетало от него. Ну и будем пробовать все это дело выигрывать, потому что нам надо захватить точку. Даже против вот такого большого количества резистов. Но ну, реально выглядит очень круто. Реально выглядит очень круто этот рикошет. И я удивлен. Максимально сильно удивлен. Да, с расстоянием, конечно, потяжелее наносочка этого урона происходит, но... Но все равно это работает. Все равно это точно работает. Так, нам надо захватить точку. Я вжимаю аптечку. Дай сейвиться. Здесь под стенкой аккуратненько. И мы наконец-то захватываем первую точку. И теперь можно дать еще Оуди на добавочку. Желательно дать его по диктатору. Который имеет самое большое количество здоровья здесь на карте. Так, ну и мне здесь сбивают расходку в очередной раз молот. Пытался, блин, накидать мне. Я что-то как-то немножко не рассчитал моментик и сам себя еще уничтожил. Так, ну точка хорошая слева. Нужно просто контролировать ее. Отлично, на контролинг становимся. Добавляем здесь дамага. Титан наш ставит купол. Так, ну и диктатор, который открывается, моментально быстро улетает на респаун, так как мы просто вжимаемся в него, чтобы забрать эту точку железобетонно. Просто железобетонно. Забираем э, точечку. Пробуем накидать еще домашки. Ну, блин, ну очень круто выглядит этот рикошет. Очень круто выглядит этот рикошет. С тем учетом, что у него практически всегда есть выстрелы, да, то есть баллон очень большой, и при этом ты еще за короткий промежуток времени наносишь большое количество урона. Если против 5 резистов я спокойно могу уничтожать оппонентов, да, я вижу, что там, конечно, есть резисты и не фуловые, но все равно это 5 резов. Это выглядит очень круто. Это выглядит очень круто. Так, ну и мы ведем уже 2-0. 2-0, 8 минут до конца. 8 минут до конца. Попробуем, ребяточки, сейчас еще как минимум эту точку забрать. Да, на центре, конечно, точки забирать потяжелее, чем точку сбоку. Очевидно, что здесь у нас сбоку возможностей становится больше. Но и здесь есть противный гаус, который мне постоянно будет сбивать расходку. И после вот этой сбитии расходки, боюсь, что у меня уже возможности здесь пожить не будет. Дашку я еще прожму. Но ХП у меня супер лоу, страйкер все-таки меня добивает. Ни один из тиммейтов не контролирует больше точку. И такое есть ощущение, как будто мне нужно просто забить на эту точку и ехать пушить оппонента э, к ним на базу, например, да. То есть просто играть на выпушивание. И стараться именно от этого дела разыгрывать. Не захотел я овердрайв прожимать у этого бойца. Не посчитал нужным этот момент. Так, ну и хочу ужать вот сюда сулендру, которая не залетает просто, которая просто летит под другим углом, это конечно максимально грустно, викинга здесь контролируем точка пока что под нашим контролем диктатор через лево пытается накидывать урон, становимся аккуратно под стеночку и добавляем домашки пробуем жить, пробуем жить пробуем жить, магнум Открывается под нас, но не успевает дать тычку, и мы забираем третью точку. 20 килов, 500 очков у меня уже в рамках этого боя, при этом у нас еще полбоя остается, то есть у меня есть возможность выйти здесь на 1000, а может быть даже больше, если мы сейчас изменим тактику ведения здесь боя, например, начнем пушить больше подрезб и стараться именно от респа накидочку урона здесь демонстрировать, мне кажется, можно с этого дела поиметь намного больше. Так, под магнум открываемся. Пытаемся его тоже набрить, но минка есть у него поставленная, которая работает. И, к сожалению, здесь нас уничтожают. Так, 6 минут до конца. Ждем диктатора, который будет открываться под точку, чтобы на него сразу нажать ОУД. Открывается диктатор, овердрайв в него влетает сразу моментально. И еще по трем оппонентам сразу контролинг точки... У нас э, присутствует Не сказать, конечно, что супербомбовый Но тиммейты пытаются контролировать э, Позиционку 26 килов, 600 очков 5 минут до конца у нас еще есть в рамках этого боя Противник пытается выпушить Через лево э, Под это все дело, конечно, мы играем Но и 100% именно с дроном Кризис это будет работать намного Эффективнее, чем с любым другим Дроном и по ощущениям этот плазмофакел На сегодняшний момент времени Выглядит сильнее, чем гиперион Потому что у Гипериона ограниченный баллон. Да, у него будет больше расстояния. Но за счет того, что здесь нет такого ограничения по баллону, здесь, наверное, ну шариков 15 в баллоне точно есть. Мы можем вообще, в принципе, посчитать, сколько здесь в баллоне одном шаров. И посмотреть еще, насколько быстро этот э, баллон перезаряжается. Да? И плюс еще дистанция. У него средняя, даже выше средней дистанции. Боже, ну это выглядит очень круто. Это выглядит очень круто. Диктатор пытается дать сводку. Нас, кстати, здесь каким-то образом сливают. Не понял, кто-то пробитие нанес. Я под куполом так на уверенном стоял. А мне просто пробивало его, залетает. И я на респаунчик уехал. Так, ждем всего того же самого диктатора с респа. Попробуем по нему сразу накинуть э, хороший урончик. Едет он с нитрошкой. Ну, просто о, можно уже его и так добить без прожатия Аптечка ничего особо не хилит. Так, и точка у нас появляется справа. Сразу становимся на контроль точки. Ждем респа диктатора, чтобы в него сразу сосулендру вписать. И законтролить эту всю э, зоночку. Э, шикарную сосулендру даем по диктатору. Пока он респится, у нас уже должен быть больше половины захват здесь. И, наверное, даже мы успеем сейчас захватить эту шестую точку. Даже без доезда этого диктатора до точки. Да? Потому что это единственный игрок, у которого 50% резист от меня. И который в теории может доставлять большое количество нам проблем. Викинг пытался раздаться. Сливаем его, упарываемся в еще одного викинга. Пытаемся накинуть урон через э, маленькую. Ах, стеночку. Вернее, не стеночку, а щелочку. Но, к сожалению, я в очередной раз сливаю себя. 6-0, 3 минуты до конца. 65% овердрайва у меня уже есть. Ну и выглядит как супер крутой рикошет, который в рамках этого боя точно показывает, что он ну неспроста находится в настолько жестких кондициях можно еще попробовать посчитать шарики раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать тринадцать вроде как шаров если я не ошибаюсь в баллоне полном и вот с такой вот каткой с досрочкой мы делаем 850 очков 35 килов против напомню пяти резистов ну и вот в таком кондиционном примере мы реализуем рикошет с плазма факелом. Который я вам после такого боя 100% рекомендую попробовать и потестировать. Крусейдера использовать это уже ваш выбор. Да, здесь можно и паладина, и крусейдера. Да даже, наверное, викинга можно реализовать. Но этот рикошет выглядит реально очень и очень достойно. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также Пишите все свои мысли и комбинации, которые вы бы хотели увидеть в ближайшее время. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.